Возможно, для музыкального мира это событие по сравнению с другими ему подобными не является заметным, и все же свой особый вклад в фестиваль «Открытый воздух» без сомнения делает. Вклад в культурную жизнь молодежи, если не всего Одинцовского района, то поселка Дубки совершенно точно. Все важное на этой планете формулируется просто. Основные цели фестиваля также поражают простотой формулировок. Он создавался для того, чтобы объединить творческую молодежь, поддержать молодых и талантливых людей, продвигать антиалкогольную и антитабачную политику в молодежной среде. Фестиваль проводим уже даже вот за этот короткий срок, пока я здесь уже второй раз. Вот. Прекрасный фестиваль, молодежный коллектив. У нас очень много занимается коллективов. Ребята разного направления, рок-направления, рэп, потом электронная музыка, вокально-инструментальные ансамбли. То есть очень хорошо, что ребята заняты хорошим делом. Ну, все прекрасно. Название фестиваля говорит само за себя. «Открытый воздух» – это ряд культурных мероприятий, которые проводятся молодежью Дубковского дома культуры в основном на открытых площадках. И хотя в этот раз погода не радовала участников творческих коллективов и зрителей, это никого не расстроило и не повергло в уныние. Зрителей собралось немало, а живая музыка помогла погрузиться в позитивную атмосферу и отлично провести время. Мы просто отобрали те группы, которые, на наш взгляд, уже готовы к тому, чтобы, так сказать, вынести свое творчество на всеобщую оценку. Вот. Их существенно больше, конечно, играет, репетирует, но молодежь еще, кто-то думает, что ему как бы рано еще там. Вот. То есть мы взяли тех, которые уже более-менее уверенно себя чувствуют на сцене. На нашем мероприятии могли узнать люди очень легко. Мы создавали встречу ВКонтакте, мы делали афиши на качественной полиграфии, естественно, распечатывали, развешивали по городу, по району. Ребята рассказывали своим друзьям, те, кто хотели, конечно же, пришли. Помимо этого, мы создали сообщество комьюнити в ЖЖ. Вот, называется он «Оазисинг». Нас легко найти, и там информация о всех концертах, о молодежных коллективах. Анна Анненкова и Артем Леднев, телекомпания «Одинцова».